спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В четверг в Самарской области преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью 19 тепла. Ветер южный, слабый, скорость до 3 метров в секунду. В Сызрани ясная погода, в дневное время плюс 27, плюс 30, ночью 19 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 30, ночью плюс 19, южный ветер 1-3 метра в секунду. В Самаре ясно. Днем плюс 29, плюс 31. Ночью 20 и без осадков. Ветер переменный. Южный, юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Температура воды в Волге плюс 18. Небольшие геомагнитные возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.